Ты в нашу бухту приходи скорей. Всегда мы рады видеть здесь гостей. С пользой время проведешь и друзей себе найдешь. Веселье всех нас ждет. Вдаль морскую приключения нас с тобой зовут. Развлекаемся, смеемся тут. Мы заберемся на маяк и будем солнышком мечтать там и весело играть. Пип-Лайн. Приключения в соленой бухте. Спасение тупиков. Оу, солнышко встает, жара придет вот-вот. Хотел понюхать я цветы, но утром дел не в проворот. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Оу, всем привет. Миссис Твитчер скоро придет помочь мне в саду. Мы собираемся прополоть клумбы и дать удобрение моим розам. Оу, правда они прекрасны, а как пахнут. Что это за запах? О, это точно не розы. Привет, дядюшка Шкипер. Привет, Пип. Альба? О, фу-фу. Вы тоже чувствуете запах? О, да, он очень необычный. Как думаешь, от чего он? О, я не знаю, но это срочно нужно выяснить. Мы с этим справимся. Да, давай пойдем по следу. Туда! Удачи! На чем я остановился? Ах да! Семена! Фу! Чувствуешь запах, Пести? Да! Это ты? Нет, я так не пахну. Я принимал ванну в прошлом месяце. Фу! Ой, фу! Какой запах! Ой, да уж, пахнет невкусно. Оно движется! Ой, берегись! Это монстр! Он приближается к нам! Хоппер, что случилось? Это ужасно, просто ужасно! Ужасно пахнущий монстр хотел напасть на меня! Смотри! О, нет! Он хочет съесть Пести! Держись, Пести! Мы идем! Скорее, скорее! Сейчас мы вытащим тебя оттуда! Нет, я не застрял! Тут есть кто-то еще! Ой, это же тупик! О, бедный малыш! С ним все в порядке? Я не уверена. Нужно отнести его к дядюшке Шкиперу. О, я позабочусь о этих сорняках своей тяпкой, Шкипер. О, спасибо, миссис Твитчер, вы мой спаситель. Тревога, тревога. Прием, дядюшка Шкипер. Тревога? Что-то случилось? Шкипер слушает, прием. Это профессор Иви. Я сейчас на скале тупиков. И все тут заполнено ужасно пахнущими морскими водорослями. В них весь остров и все тупики. Одна я тут не справлюсь. Берегите свой нос, я уже спешу к вам. Дядюшка Шкипер, мы нашли тупика, выброшенного на берег пляжа. О, бедный малыш. С ним все будет в порядке. Он очень утомился, и его нужно помыть. Но в остальном все в порядке. Так, я отправляюсь к скале тупиков. Я с тобой! Миссис Твитчер, организуйте команду по уборке. Так точно, Шкипер. И первым сегодня мыться будешь ты. О, ну и запах. Помогите! Помогите! Помощь в пути. Скоро мы снимем вас с этой скалы. Запрыгивайте на борт, тупики! Вам пора уезжать! Тупик там! Прочь со скалы! Проходите! Здесь хватит места для вас всех! Я еще вернусь сюда, чтобы помочь с запахом! Сообщи, что мы уже в пути, Пип! Хорошо, дядюшка Шкипер! Они уже в пути! Тут все готово, Альба!
Я надеюсь. Конечно, благодаря моим прыжкам. Что такое, малыш Тупик? О, вот и они. Фу, запах. Не волнуйся, Алан, ты очень быстро привыкнешь к нему. Я тут вспомнил, мне срочно надо куда-нибудь. Готовы, миссис Твитчер? Позаботься о тупиках, Альба. Ты знаешь, что делать. Запрыгивайте, тупики. Тупик здесь, тупик здесь, тупик здесь. Пип, Пэсти, почистите их, пожалуйста. Здесь столько плохо пахнущих водорослей. Пэсти. Давайте, тупики, вам пора помыться. Тупик здесь. Тупик здесь. Тупик здесь. Тупик здесь. Тупик здесь. Тупик здесь. Тупик там. Тупик там. Тупик там. Я собирался их ополоснуть. Хорошо, прыгайте. Теперь душ. Ой, я весь мокрый. Подходите, вас пора высушить. Все пошло не по плану. Им нравится прыгать. Прыгаем, 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 прыгаем. У дяди Твитчера это получалось так легко. Но она вымыла только одного тупика. А у нас их... Ни одного. Где же они? Они исчезли. Минуту назад они были здесь, а потом пуф и там. Не волнуйся, Альба. Они просто так играют. Идем. Все. Это были последние водоросли. О, скала тупиков снова выглядит как скала. Замечательная работа. Возвращаемся в соленую бухту. Так много тупиков. Их несложно будет найти. Я высматриваю их в свою трубу. Вон тупики на маяке. Первый, второй. Я тоже их вижу. Тупики на пузырьковом поезде. Третий и четвертый. Ха-ха-ха, это отличная игра. Я вижу их своим острым зрением. Тупики у хижины на пляже. Пятый, шестой, седьмой. Они, наверное, допрыгали туда. Я нашел больше. Мы еще не всех нашли. Моя очередь. Я вижу тупиков у магазина. Восьмой, девятый, десятый. Ну что, теперь все? Нет, должен быть еще один. Посмотрю еще раз. Есть еще малыши-тупики. Стоп! Это он? Да, нашел тебя. 11 тупиков. О, и одна лодка дядюшки Шкипера. Мы так и не успели полить ваши розы, Шкипер. Не думаю, что у нас есть время. Я должен вернуть этих тупиков обратно домой. Привет, дядюшка Шкипер. Пип, как прошла большая чистка тупиков? Был беспорядок. Я не думаю, что эти тупики уже готовы отправиться домой. Полагаю, вы правы, профессор. Тогда я заберу их позже. И значит, у меня появилось время полить свои чудесные розы. Это просто идеально. Прекрасный аромат роз. Чем
это пахнет? Фу! Фу! Ой! Оу! Прости, Хоппер, я не заметил тебя. Ужасный запах. Да, удобрения имеют стойкий запах, Хоппер, но они творят чудеса с розами. Я вам хочу сказать, что сделал все дела. Добавим розам удобрений, можно отдыхать. Да-да-да-да. Скоро мы снова встретимся в соленой бухте. Счастливо, матросы! Пока! Озвучено по заказу CLS Media. Роли озвучивали Александр Коврижных, Антон Свинков, Евгений Вальц, Татьяна Шитова, Елена Греб. Песню исполняет Марианна Савонова.